Самые яркие события и новости Орска прошлых лет смотрите далее. Орские женщины признаны самыми энергичными. По итогам прошедшего фестиваля женского спорта «Оренбургская сударыня» первое место заняла команда Орска. Орчанки собрали больше всего наград во всех видах состязаний. Всего в турнире приняли участие более 200 женщин из городов и районов области. Конкурсанткам требовалось проявить ловкость, быстроту, меткость, а еще природное обаяние и грацию. Кроме того, отдельным пунктом в программу фестиваля были включены конкурсы «Мисс Красота», «Мисс Грация» и «Мисс Идеал».